вечер, дорогие друзья! Сегодня большой зал Белорусской государственной филармонии собрал преданных ценителей симфонической музыки на большом юбилейном концерте выдающегося дирижера и педагога Аркадия Берина. Творческий путь маэстро неразрывно связан с выдающейся педагогической и организаторской деятельностью. Он пропагандист русской, белорусской, советской, современной и классической музыки во всем мире. Учеба в Белорусской государственной консерватории, стажировки в Ленинграде и Москве у маститых профессоров Ильи Александровича Мусина и Лео Морицевича Гинзбурга сформировали свой собственный, неповторимый, исключительный стиль и музыкальный вкус маэстро. За 34 года работы профессор Берин, заведующий кафедрой оркестрового и оперно-симфонического дирижирования Белорусской государственной консерватории имени Луначарского, выпустил более 70 дирижеров, которые сегодня успешно работают по всему миру. Аркадий Иосифович организовывал уникальные творческие коллективы, которые объединяли в себе лучших музыкантов страны. Его студенческий оркестр «Фанфары Беларуси» получил гран-при на международном конкурсе в Люксембурге. На базе этого оркестра маэстро впервые в Беларуси смог создать гражданский профессиональный духовой оркестр. Профессор Берин работает с известнейшими оркестрами мира и выдающимися солистами. Одно только перечисление имен впечатляет. Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Екатерина Щербаченко, Хибла Герзмава, Мария Гулегина, Хосе Каррерас, Валентина Нафорнице, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Миша Майский, Максим Венгеров и многие-многие другие. И хотя сегодня Аркадий Берин проживает за рубежом, его творческая судьба неразрывно связана с Родиной. Все значимые события своей жизни, значимые даты и юбилеи он старается отмечать здесь, на родной земле, грандиозными концертами, таким как сегодня. Значимые даты в жизни нашей страны также не ускользают от внимания маэстро. Именно он организовал праздник «Тысяча труб» к 9 мая 1989 года и изумительный концерт к празднованию 950-летия города Минска, где собралось более 55 тысяч слушателей. Такие проекты мастера, как «Поющие фонтаны», «Магия рояля», «Дворцовый бал» и выступления с такими солистами, как Хосе Каррерас, Горан Брегович, Александр Малинин, Сергей Волчков, юбилейный концерт композитора Максима Дунаевского во Дворце Республики надолго запомнились нам, белорусским любителям искусства. За период с 2009 года и по сей день маэстро дал более 30 концертов в разных стилях и жанрах с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь, Государственным камерным оркестром, оркестром Большого театра Беларуси, оркестром Белорусского государственного академического музыкального театра. При его непосредственном участии в Беларуси вот уже много лет проходит такое значимое событие в музыкальной жизни нашей страны – фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Вот и наша сегодняшняя встреча – значимый подарок юбиляра вам, любимому белорусскому зрителю. На сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Беларуси Александр Анисимов. За дирижерским пультом маэстро Аркадий Берин. Thank you.
Thank you.
Юбилейный вечер маэстро Аркадия Берина продолжается. И хотелось бы рассказать о той огромной работе, которую проделывает маэстро за пределами Беларуси. Профессор являлся художественным руководителем и главным дирижером Интернационального симфонического оркестра Германии. Руководил Московским симфоническим оркестром. Был организатором, президентом и главным дирижером фестиваля Юрия Башмета в Германии. Маэстро Берин также является организатором фестиваля русской симфонической и камерной музыки, инициатором проекта «Детская филармония Европы». Много выступает как гастролирующий дирижер с европейскими и ведущими российскими симфоническими оркестрами, такими как Государственный академический симфонический оркестр Российской Федерации имени Евгения Светланова, Российский национальный оркестр, оркестр новой оперы, оркестр Мариинского театра, симфонический оркестр музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко и многими-многими другими. Выступал на ведущих концертных площадках в Италии, Германии, Нидерландах, Англии, Венгрии, Польше, Бельгии, Франции, Турции, Австрии, Люксембурге, Лихтенштейне, а также дирижировал балетами в Минске, Москве и в Санкт-Петербурге. Хочется отметить, что на сегодняшний момент Аркадий Берин носит почетное звание VIP-персона Европы, которое было присуждено ему в Цюрихе. Друзья, в традициях маэстро Аркадия Берина дарить любимым белорусским слушателям незабываемые встречи со звездами мирового уровня. Сегодня в Минск поздравить маэстро с юбилеем приехал всемирно известный скрипач-виртуоз, играющий на скрипке Страдивари, обладатель 2 премий Грэмми, самый лучший известный скрипач современности Максим Венгеров. На сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Дирижер Аркадий Берин. Солист Максим Венгеров.
Thank you.
Thank you.
Thank you.